В парке на скамейке сидит мужик и ест бутерброд. На ветке прямо над ним беседуют два воробья. Подождем еще 3 минуты, ладно? Хорошо, но если он за это время ничего нам не даст, тогда узнает нас с другой стороны. Беседуют два соседа. Это ваша крыса тут бегала. Это не крыса, а карликовая такса. Кот сожрал, значит крыса. Идет по тропинке турист с рюкзаком, навстречу медведь. Ты кто? Турист. Не, мужик, это я турист, а ты завтрак туриста. Врач говорит пациенту. Вас надо немедленно оперировать. Не, лучше я умру, чем лягу на операцию. Так одно другому не мешает. Дочка говорит папе. Пап, а мальчики сегодня на доске матюки писали. Это плохие мальчики. Ты-то хоть не писала? Не, я диктовала. Сидят мужик и кот. Эх, говорит мужик, жена моя вчера тройню родила. Не переживай, отвечает кот. Раздашь. За столиком сидит молодой человек, ужинает, пьет чай. К нему подходит официант, держа на руках маленького ребенка, и говорит. Это вам от девушки, вон за тем столиком. Лена с Васей занимаются любовью. Вася, только я не предохраняюсь. Ты уж береги меня от беременности. У Василия дело подходит к концу. Берегись!